У брестских кукольников горячая пора. Подготовка к новогоднему спектаклю идет полным ходом. В костюмерной идет работа над праздничными костюмами Деда Мороза, Снегурочки и других героев сказки. В холле ждут в своей очереди декорации. Красавица елка, переливаясь яркими огнями, готова к хороводам юных посетителей. Уже совсем скоро зрители смогут увидеть новый спектакль театра кукол «Путешествие Деда Мороза на Луну». Оригинальное название постановки обещает не менее оригинальный сюжет. У нас будет «Путешествие Деда Мороза на Луну». Вот, такие неожиданные его приключения, вот он попадет с Земли на Луну, вот сильно расстроится, потому что вместо открыток с просьбой о подарках он начнет получать открытки с замечаниями, что-то вот вы, Дед Мороз, путаете слова, вы непонятно говорите, вы, наверное, не настоящий, больше к нам не приходите, пишут дети. Он расстроился, ударил посохом. Вот, говорит, от горя бы на Луну улетел, ударил волшебным посохом, оказался на Луне. Такой оригинальный сюжет спектакля связан с желанием кукольников отличаться от постановок других утренников и привнести новые краски в новогодние представления. По сценарию действие начнется на сцене, а затем плавно перейдет в холл, где главным героем будет выступать красавица-елка, символ Рождества и Нового года. Общение со зрителями во время спектакля, пожалуй, самая ответственная часть праздничной программы. Вокруг меня дети, живые дети, не то что там персонажи, допустим, там, ну, сказочные персонажи. Там, ну, зрители сидят в зале, а тут сказочные персонажи. А тут я работаю с живыми детьми. Вот, конечно, немножко оно и отличается. Новогодний утренник отличается тем, что это непосредственный контакт с детьми. Мы играем вокруг елки, мы проводим очень много игр. Мы настолько вот вовлечены в это и всегда с радостью очень ждем своего зрителя. Премьеру спектакля «Путешествие Деда Мороза на Луну» юные зрители смогут увидеть 19 декабря. Кроме самой сказочной постановки, маленькие ценители искусства будут иметь возможность принять участие в праздничных играх и конкурсах, неотъемлемой части новогодней программы, которая порадует ребят и станет настоящим подарком для тех, кто ждет от Нового года настоящего праздника.